Слушай, если ты хочешь организовать сопротивление, ты должна кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый – освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Второй – уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря! Третий – помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. У меня камеры по всему острову. Если где-то что-то происходит, я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза, ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на Lucky Luke Games и добро пожаловать на прохождение Far Cry 5. Серия номер 2. Выбрались мы с вами из бункера. Подписывайтесь, ребят, кто впервые на моем канале, прожимайте лайки поддержкой, пишите ваши ободряющие комментарии и просто мнение об игре. Что за шум? Кошмар, смотрите. Какие-то слабаки. Грешник! Лучше выкладывай все, что знаешь. За все заплатишь. А? Я тут... А я не при чем тут, где лопата? Мой черед достал. И нет. Помоги мне. Спасибо, что спасла мою задницу. Где труба? Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное для защиты. Угу, спасибо большое. Возьмем трубу. Замечательно. Отметим тайник. Первая у нас, получается, наша миссия — это освободить остров Дача. Так, ребята, и первая головоломка у нас при том. Привет, Майк. Я попытался добраться до подземной нычки, но главная труба прорвала и все затопило. Понятия не имею, уцелело ли что там. Надо как-то... запитать насос и откачать воду. Я знаю, что переключатель в лодочном сарае, но он закрыт. А ключ ты мне не оставил, так что разбирайся сам. Грейт. Ага. Тут водичка. Слушай, так ты сорвала джекпот. Где-то тут тайник выживальщиков, в котором они нычат кучу полезного хлама. Попробуй попасть туда. Снаряг-то пригодится. Давайте. Возьмем ключик. Что у нас еще тут? Весло? Нет, весло мы это не будем точно с вами брать. И ух ты, тут, блин, прикольно работает, когда выходишь из таких, знаете, темных мест. Все, насос заработал, ребят, замечательно. Давайте теперь, в принципе, откачаем воду. И на глазах вода
откачивается, отсасывается. Заберем ништяки. Так. Если захочешь покрасоваться, можешь смастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. До связи. Что у них тут? Лук-то, наверное, получше, да, будет. Так, куда нам дальше, ребят? Опа. Тихо, мне главное не запалите, ребятушки. Так, их сколько там? Ну, замечательно. Кстати, они кого-то там пытают, смотрите-ка. Так, как метку убрать, я случайно ее поставил. Их четверо получается, да? Тихо-тихо-тихо. Ух, чуть меня не запалили. Чуть меня не запалили. Давайте попытаемся освободить. Так, их четверо всего лишь, да? Да, четверо. Так, а он пойдет, интерес, по звуку, если я отвлек его? Что-то тут не так. Замечательно. Так, перенесем тело, чтобы они не обнаружили его раньше времени. Так, конура, а собаки нет. Замечательно. Первый лагерь мы освободили с вами. Правда, спасибо. Я не верю в удачу, но сейчас мне точно повезло. Твою мать! Слушай, я тут видел, как секта схватила какого-то парня у пристани. Если поможешь ему, может, он захочет составить тебе компанию. Угу. Давайте сделаем сюжетное задание. Так, и давайте еще мы... Я забыл, наверное, в настройках отключать музыку, чтобы, в принципе, нам не прилетало. Музыка. Выключить. Кстати, музыка выключена. Музыка выключена. Громкость 100. Просто там музыка играет все-таки. В радио.
Ага. Это старье давно все забыли. Ну и хрен бы с ним. Лэнс, даже не знаю, как тебе помочь. У Сидов нет никаких прав на станцию. Тем более, земля принадлежит штату. Ты говоришь, их люди шарятся вокруг, делают замеры и все такое. Думаю, можно предъявить им, что они вторглись на чужие владения. Да, они чудные и неразговорчивые, но наверняка отстанут, если ты их припугнешь. Разве эти набожные сморчки могут быть опасны? Ну, я не знаю. Что у них тут? Пульт, смотрите, какой-то. Два монитора, прям как у меня. Блин, все-таки сделали прям от души, реально, вот игру. Я вот какой играю? Третий, четвертый раз, ребята, играю. А, все так же. В небольшом шоке от мира Far Cry 5. Их всего лишь двое, что ли? Фу. Я-то думал, там их куча народу, но когда их двое, в принципе. Это не должно составить нам сложностей. Не так я себе это представляла. Мы делаем нужное дело. Кто здесь? Отвлекли он. Чтобы оно отошло подальше. И давайте по-особенному его попытаемся оглушить, убить. Ах ты писюн такой, сейчас я тебе покажу. Нельзя противиться воле отца! Прошу, спаси. Ты как, дружище? Я думал, уже не спасусь. Спасибо за помощь. Всегда рад услужить. Помощник, раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они хранят там свою паскудную блажь. Убейте их всех! Пусть святоши знают, с кем имеют дело. Так, а как мне направлять его? Эф? Нет. Ага. Г. Так, а что я готов. Все, сиди здесь. И... Вижу неприятеля. Аллилуйя. Так, их четверо, да, всего лишь? Я больше, в принципе, никого... Ага, пятеро, фух. Спасибо, я пересмотрел. Больше нет никого? Нет. Нормально. Есть еще один. Давайте все тихенько сделаем просто. Не будем прям врываться. Потому что врываться это неинтересно. Это как-то легко перебить всех с пистолета. А? Куда сложнее вот так перебивать всех, чтобы даже никто и не понял, что мы с вами, в принципе, находимся рядом. Тем более у них заложники, а вдруг они еще и заложников убьют. На нашу совесть это будет вы что? Так, я интересный, я в кустах? Вряд ли это совпадение. Совпадение? За дело! Чё? Я вижу твою душу, Грин! Никого! Твою! Вижу! Блин! Чё?
Меня обнаружили, ребята. Как это произошло? Как он с первого раза, кстати, не умер от этого? От лопаты. Я думал, по идее, это, что он от первой лопаты же откиснет. Спасибо. Так, прикройте. Вот тебе и иди. Так, выходи. Я чуть было не погиб, спасибо. Вы отлично поработали. После такой головомойки святоши вряд ли вернутся. Хорошо. Но пока вы там, осмотритесь. Может, есть выжившие. Так, ну одному мы точно спасли. Ну, вроде бы их должно быть двое. На себе. Восхищаюсь тобой. Похоже, ты куда круче, чем мне казалось. Возможно, тебе удастся повести за собой сопротивление. Дальше надо разобраться с радиосигналом. Моя сибирация накрылась, и я не слышу никого за... Жатва началась. Отец повелел установить такие алтари по всему региону, чтобы нести его слово. Когда алтарь будет готов, любой ценой защищать его от грешников, которые попытаются причинить ему вред. Мы строим это святилище. Святыня тут написано, правда, мы строим эти святыни, чтобы мудрость отца пустила корни и дала восход. Пределами острова. Наверное, радиовышка на южном берегу вышла из строя. Сможешь проверить? Все, конечно, смогу. Я почему-то думал, что два заложника будут. Ладно, как скажешь. Веди. Так, удерживаю не Г, это значит, в принципе. Так. Все-таки лопатой, блин, как-то... Блин, я еще, кстати, лишился. Что-то забыл забрать лопату. Но теперь даже алкоголь хрен найдет. Включите антенну на радиовышке. Хорошо. Замечательно. По этой же лестнице. Правильно. Улезли. Птички. Я знаю, о чем ты думаешь. Нет. Тебя никто не заставляет забираться на вышки. Не переживай. И смотри, не упади. Тут уже и ветер дует. Подождите-ка. Ох, у нее тут, смотрите, голова немножко кружится. Блин, какой туман. Офигеть, вообще ничего не видно. Пошарю здесь потом. Опа. Вдруг патроны найду. Ребята, замечательно. Мы нашли с вами первый. О, господи, ты мой. Ты что? Ты что забрался тут? Старший в семье Сидов. Яков обучает сектантов и
отлично справляется. Илай и его ополченцы пытаются давать отпор, но Иаков вот-вот прижмет их к ногтю. На юго-востоке отсюда река Хенбейн. Там правит Вера, младшая сестричка. Я наслышан о том, как люди теряют рассудок в этой блаже. Теперь про запад. Долина Холланд. И он заявился туда и забирает для секты все. Еду, припасы и, что жутко, людей. Мне поступают сигналы со всего округа. Я свяжусь с тобой, если узнаю что-то полезное. Все, добро. О, в принципе, тыквенные фермы. Это у нас уже следующий этап с вами ждет. Ага. Алтарь сектантов. Замечательно. Тыквенная эфира, да, ребят? Ну, давайте, наверное, завтра уже и... Туман скоро рассеется, и сможем вытащить тебя с острова. Займемся с вами. Ждать осталось недолго. О, черт. Помощник, из долины Холланд пришло что-то новенькое. От Иоанна. Тебе стоит взглянуть. Все мы грешны. Каждый из нас. Вы, я. Даже наш отец познал грехи. Это яд, что... смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха можно, сказав лишь одно слово. Я грешник. Да. Я хочу облегчить душу. Да. Меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Вас ждут врата Эдема. Это пугающе выглядело. Твою мать! Твоя напарница Хадсон у Иоанна. Ей приходится нелегко. Угу. Туман немножко пропадает, ребят. Лесопилку на севере, тюрьму на востоке и город Фолзенд на западе. Выбор за тобой, но я бы начал с Фолзенда. С Фолзенда, говоришь? Так, это куда он нам, нас предлагает навестись? Я первый понял. Ну, для начала давайте, наверное, освободим нашего первого напарника. Это пса, тыквенная ферма. В принципе, займемся, я думаю, это уже завтра с вами. Вот такая красота, вот такой огромный мир завтра нас, ребята, ожидает. И последующий, в принципе, месяц. Что это у нас тут находится? Так, а он, интересно, отмечается? Вроде я вроде навелся. И он как-то... Нет, никак не отмечается. Ну, мы сейчас и завтра зовем, в принципе, с вами. И освободим нашего дорогого пса. Друга. Пушистика. Или как его? Что такое? Это яблоко. Ха! Гигантское яблоко. Давайте, ребят, подписывайтесь, кто на моем канале впервые. Прожимайте лайки. Пишите ваши хорошие, добрые мнения об игре. Или просто будем общаться в комментариях. Спасибо всем, кто сегодня был со мной.
Всем счастья, здоровья, не болейте, не чихайте. С вами был Лайко. Всем пока.